В Нефтеюганске поздравили с днем рождения детей из семей мобилизованных. Большой праздник провели для зимних именинников. Их гостеприимно встретил городской театр «Волшебная флейта». Здесь дети смогли посмотреть спектакль и принять участие в игровой программе. В финале каждый именинник получил свой подарок. Теперь организаторы намерены продолжить традицию Дня именинника, а также оказывать активную поддержку семьям мобилизованных, пока в этом будет необходимость. Ну, наверное, все-таки гуманитарная помощь – это какие-то материальные вещи, но сейчас самое важное еще и духовно сильными быть. И поэтому вот это объединение, сплочение, оно дает каждой женщине, собственно, семье внутренние силы. Силы для того, чтобы понимать, что мой любимый, близкий человек обязательно вернется, и мы его ждем.